Приветствую всех в рубрике «Читаем дома». Сегодня поговорим о рассказе Дины Рубиной «Яблоки из сада Шлицбютера». Автор описывает подлинный случай из своей жизни, произошедший с ней когда-то в Москве, в редакции небольшого журнала. Молодая писательница Дина, прилетев из Ташкента в Москву, выполняет просьбу своего ташкентского знакомого и относит в редакцию журнала, внимание, рассказ узбекского писателя на русском языке на еврейскую тему. По дороге она думает, как бы в одно предложение уместить цель своего визита. Зайдя в редакцию, она сразу чувствует запах яблок. В углу кабинета находится мешок с яблоками сорта Golden, что мгновенно напоминает нашей героине ее вольное ташкентское детство. Далее происходит странный разговор с редактором Гришей и его дочерью, из которого выясняется, что этот пожилой человек, фронтовик, оказался земляком деда-писательницы, и все они из местечка с красивым названием Золотоноши, что находится под Полтавой. Писательница узнает также, что Гриш когда-то был безнадежно влюблен в ее красавицу, тетку, красивую зеленоглазую Фриду. Спустя много лет он выспрашивает, как же там красавица Фрида, наверное, у нее куча детей и внуков. О трагической судьбе тетки, зеленоглазой красавицы, в которую был влюблен немецкий офицер, он узнает только сейчас. В этом небольшом рассказе переплелись несколько временных периодов. Война, послевоенное время и современность. Можно сказать, что это небольшой рассказ с огромным энергетическим зарядом. Я желаю вам вдумчивого чтения. Будьте здоровы!